Как вы считаете, что произошло за год с экономикой нашей? Ничего хорошего. А именно? Ну, я ничего не ощутила на себе хорошего. Так, а у вас какие? Цены повысились. Зарплата нет. Ну, есть изменения колоссальные. Вот. Но я не скажу, что прям что-то ухудшилось или что-то улучшилось. Пока стабильно, можно сказать, держимся на плаву. Вот. Давай оценим экономику нашего города по пятибалльной шкале. 4. Экономика ухудшилась. А почему? Потому что цены дорожают, зарплаты не повышают. А именно на чем вы это увидели, заметили сразу? Ну, так, по продуктам. Детское питание. Вы мама в декрете? Да, конечно, я мама в декрете. Дитё. Сложный вопрос. Ну, учитывая то, что у нас инфляция растет, заводы закрываются, то экономика страдает. Тогда оценку поставим. 2. А инфляция подросла, цены на квартиры очень сильно выросли, при этом также выросла ключевая ставка, но зарплата не выросла, поэтому нам нужно всем держаться. Вот. Это все, что я могу сказать по данному поводу, к сожалению. Улучшилась, наверное. Экономика улучшилась? Думаю, да. А мысли именно попали? В Краснодаре. Да. В Краснодаре. А как ты это поняла? Ну, начались строительство дорог, это во-первых. Сейчас инфраструктура именно дорожная у нас улучшается, слава богу, вот, не во всех районах. И сейчас продвижение молодежного, больше движения идет, на молодежь ударились, я думаю. А что касается вот жилья, у тебя есть свое жилье? А, в Краснодаре нет. А планируешь приобретать? Через годика два, я думаю. Как тебе ставки банка? Отвратительно, слишком все высоко. Судя по тому, как я хожу в магазин и по потребителям, то ухудшилось. Цены выросли? Цены выросли. И так прям стремительно и быстро, что я, честно говоря, не успела даже понять, куда и что и как. С экономикой точно знаете, что происходило? А что с ней происходит? Она у нас стабильная. Так давайте оценим от 1 до 5 экономику края и города. 5. Я думаю, что курорты хорошо, очень положительно повлияли. Огромный прирост. Ну а так, что касается именно вот жизни? Ну, я ухудшений не почувствовала в жизни. Все нормально? Все нормально. В магазине цены? Ну, хуже. Ну, цены поднялись, но зарплату тоже немножко нам подняли. По поводу экономики, то, что могу сказать, то, что одно, город большой, а средняя зарплата у нас от 40 тысяч, вот у нас как-то так идет, а все равно цены растут, поэтому здесь 2 у нас будет. Несомненно, под руководством Вениамина Кондратьева и Юрия Бурвачка у нашей экономика стала лучше именно. А под именно? Давлением западного коллектива. Вот наша экономика выстояла и будет продолжать расти, расти и еще больше расти. Я не пойму, тебе текст кто-то дал? Что? Тебе текст кто-то дал? Нет, я сейчас говорю как есть. Несомненно, у нас, как мы можем заметить, поддержка сельского хозяйства. У нас происходит проект. Потом, не проект, уже реализовывается это. Потом у нас выросло производство сельского хозяйства по отчетам, которые выставляет наша администрация. Если говорить про повышение цен, то оно идет такое же, как и в других городах. Каких-то особенных черт нашего города не наблюдается, ну, как везде. Как ты думаешь, в следующем году это продолжится или уже будет какая-то стабильность? Ну, надеемся, что будет стабильность. Давай поставим оценку от 1 до 5 экономики края и города. 4.